Здравствуйте, дамы и господа. Прошло немало времени с тех пор, как я посещал семинар о Томми. Если после того, как вы прослушали сегодня мою лекцию про компанию о Томми, у вас возникнет мысль, я действительно хочу пользоваться товарами Atomi. Даже если я не буду сотрудничать с Atomi, вести бизнес и зарабатывать, я буду получать прибыль, просто пользуясь продукцией Atomi. Поскольку это продукты, в которых я нуждаюсь каждый день, то значит, вам следует заняться этим бизнесом. Однако, если вы подумаете, я пользуюсь товарами, которые лучше и дешевле, чем товары Atomi. Или я знаю место, где продаются товары лучшего качества и по более доступной цене. Вам не стоит заниматься этим бизнесом, даже исключительно ради прибыли, иначе вы станете мошенниками, не так ли? Мошенники пытаются продать товары, которыми сами не пользуются, при этом твердят, что эти товары самые лучшие на свете. Мы не преследуем подобных целей в Atomi. Если после ознакомления с товаром сегодня вы подумаете, это продукт, которым я пользуюсь каждый день, и я лучше буду пользоваться товаром Atomi, то вам однозначно стоит заняться этим бизнесом. Потому что люди с подобными мыслями — это те, кто сможет добиться успеха в данном бизнесе. Этот бизнес совсем не сложный, все очень просто. Все, что вам нужно делать, — повторять элементарные действия. Когда вы работаете в поле, взмахнуть плугом один раз достаточно легко. Но обработать все поле сложно, потому что вам приходится повторять одно движение снова и снова. Точно так же с бизнесом в Atomi. Это совсем не трудно. Поначалу процесс может показаться сложным, не только потому, что вы еще не привыкли. Как только вы ознакомитесь с поставленными задачами, сам процесс будет становиться легче. Например, вы попробовали шампунь, косметику, различные продукты для здоровья, и вам понравилось качество и цена. Все, что вам нужно будет сделать, это рассказать об этом другим. Среди них будут люди, которые вам поверят и попробуют товар. И те, кто не поверит, и так и не попробует. Если они не верят, оставьте их пока в покое, так как сможете напомнить им об этом в другой раз. Возможно, вам придется рассказывать о продукте 10, 20 раз или больше. Тяжело это или легко? Будут они слушать вас или нет, покупать товар или нет, это их выбор. Вы просто делаете свое дело, рассказываете, что вы думаете об этом товаре. Вы должны постоянно напоминать им. Это очень хороший и доступный продукт, вам следует попробовать. В следующий раз, как вы их увидите, снова предлагайте. Данный продукт лучше и дешевле, чем другие. Говорю вам, попробуйте. Вы мне не верите? Если они вам снова не поверят, оставьте их. Придете еще раз и предложите позже. Ведь это несложно. Это очень просто, но непривычно, не так ли? Сегодня я поделюсь со всеми вами ключом к успеху в данном бизнесе. И расскажу об очень простом способе. Все, что вам нужно делать, это разговаривать с людьми. А поверят они вам или нет, это их выбор. Это называется закон собственного разума. Так за кем же последнее слово? За человеком, делающим этот самый выбор. А кто решает, рассказывать о продукции другим или нет? Это решаете вы. Итак, вы считаете, что ваш совет может навредить другому. Вы не должны этого делать, вы не должны рассказывать, верно? Нельзя допустить того, чтобы человек, послушав вас, понес убытки. Верно? Но если вы пользуетесь очень хорошей, доступной продукцией, и вы думаете, что другие могли бы также извлечь из нее пользу, неважно, поверят они или нет, кто решает, советовать этот продукт или нет? Вы решаете, вы просто говорите им свое мнение о товаре. Если вы овладеете данным секретом совершенства, вы поймете практически все, что вам нужно знать о продажах. Многие люди, занимаясь продажами, впадают в панику, потому что думают, что продукт должен быть продан в тот момент, когда они о нем рассказывают. И опускают руки, когда у них это не получается. Если продукция не только качественная и доступная, но и необходима на каждодневной основе, вам удастся убедить людей купить данную продукцию, просто напоминая им о ней. Один из товаров Atomi — это зубная паста, содержащая прополис. Но это не обычный прополис, он растворяется в воде.
Обычно зубная паста данного вида продается в аптеках и будет стоить от 10 до 20 долларов за тюбик. А мы продаем за 3,5 доллара. Звучит неплохо, правда? Она не только дешевле, но также каждый тюбик весит 200 граммов. Зубные щетки Atomy тоже очень доступны. Чтобы протестировать, я купил несколько зубных щеток и чистил ими зубы довольно длительное время. Если вы чистите зубы по многу раз за день, как это делал я, ваши десны начнут опухать и болеть. Позже я нашел более подходящий метод тестирования зубных щеток. Вместо того, чтобы каждый раз чистить зубы, вы можете использовать тыльную сторону ладони. Если ваша щетка царапает вашу кожу, никогда впредь ее не используйте. Потому что в большинстве случаев причиной кровоточащих десен является зубная щетка. Щетина на зубной щетке состоит из специального усиленного волокна. Она может показаться мягкой, но для того, чтобы она была тонкой и прочной, щетка должна состоять из усиленного полиэтилена. Проще говоря, полиэтилен должен быть таким же прочным, как бампер у машины. Когда кончики щетинок обрезают, они становятся острыми и зазубренными. Потому что полиэтилен ломается, когда его обрезают ножницами. Зазубренные кончики приводят к мелким порезам во рту, которые кровоточат или опухают из-за бактерий. Поэтому просто поменяв зубную щетку, вы можете предотвратить множество заболеваний десен. Зубная щетка Atomy имеет небольшие закругленные концы, которые выглядят так. Поэтому она не только не оставляет порезов и царапин на ваших деснах, но также эти маленькие щетинки легко проникают между зубов и удаляют накопившийся налет. Цена на данный продукт не должна быть слишком высокой. Если сравнивать с подобными товарами на рынке, наша продукция минимум на 20-30%, а иногда и до 50% дешевле. К тому же, если ценовая политика на некоторые продукты статична, мы все равно продаем их на 10% дешевле, чем другие. Насколько вам известно, наш продукт под названием «Хемохим» известен своими целебными свойствами, пробуждающими клетки иммунной системы. Данный продукт был разработан Корейским исследовательским институтом атомной энергии и утвержден как действенная биологически активная добавка. Это второй самый продаваемый продукт для здоровья в Корее после красного женьшеня. Поскольку эффект и польза от препарата «Хемохим» известны многим людям, которые принимали его ранее, я не думаю, что нужно давать более детальное объяснение. Я расскажу, как был разработан «Хемохим». Все мы употребляем травяные отвары, не так ли? Среди них есть самультанг. Отвар из четырех лекарственных растений. Хемохим был разработан при попытке использовать более эффективное смешивание и более глубокий процесс насыщения травяной настойки самультанг. Настойка известна тем, что эффективно улучшает циркуляцию крови. Также исследования показали, что она особенно полезна для женщин. Мы сделали упаковку маленькой и практичной. А смесь густой. Поэтому, открыв упаковку дома и смешав хемохим с теплой водой, вы получите точно такую же концентрацию и такой же эффект, как от настоящего лекарства на основе трав. Таким образом, чтобы сэкономить на доставке, продукт был разработан в виде концентрата. На данный момент цена за одну коробку, состоящую из 60 упаковок, очень доступна, но было время, когда стоимость была в 10 раз дороже, чем сейчас. Проще говоря, мы снизили цену до 1/10 от первоначальной стоимости. Когда я первый раз завел разговор о цене, я спросил, если мы будем продавать по 100 тысяч коробок в месяц, какую цену вы предложите? Но в то время Колмар продавал только по 500 коробок в месяц. Каждая партия состояла из 3000 коробок. Заказы поступали только в пределах 3000. Резервуары также могли производить по 3000 коробок за один раз.
То есть Walmart требовалось 6 месяцев, чтобы распродать одну партию. Это означало, что они запускали свои машины всего лишь 2 раза в год. Заводу было бы совсем нелегко, если бы цена была слишком высока, не так ли? Поэтому, когда я в первый раз встретился с директором завода, я сказал, я буду продавать по 100 тысяч коробок в месяц. Какова ваша цена? После того, как я получил от них предложение, мы стали продавать по 30 упаковок по той же цене, что и продаем сейчас. По сравнению с оригинальной коробкой из 60 упаковок, цена была снижена до 1/5 от первоначальной. С тех пор мы постепенно увеличивали количество упаковок. Сначала до 42, потом до 48, дальше до 54 и, наконец, до 60. В конце концов, коробки из 60 упаковок продаются по 1/10 от первоначальной стоимости. Поэтому люди, покупающие данный продукт, получают очень большую выгоду. Не так давно на рынках появилась имитация нашего продукта. Несмотря на то, что упаковка больше, ее содержание очень водянистое, так как слишком большое количество воды было добавлено в продукт. Если вы сравните цену за грамм активного вещества, она все равно будет в 2 раза дороже нашей продукции. Если разбавленная подделка стоит вдвое дороже, чем настоящий концентрированный продукт, что из этих двух вы выберете? Выбор за вами. В любом случае, когда вы имеете дело с продукцией компании Atomy, не думайте о вознаграждении, которое вы могли бы получить. Вместо этого решите, будете ли вы в дальнейшем покупать продукты Atomy и пользоваться ими или нет. Даже наша косметическая продукция поставляется в больших упаковках, не так ли? Некоторые люди говорят, чем меньше объем продукта, тем быстрее потребитель его использует и сделает новый заказ. Как вы сумеете получить прибыль, продавая такую косметику большого объема? В начале упаковки были по 120 мл, мы увеличили их до 135 мл, а потом до 150 мл. Мы стремились сделать этот продукт по самой доступной цене. Для того, чтобы продукцией могли пользоваться все, она должна быть не только высокого качества, но также и недорогой. Она должна быть экономичной. Atomy продает товар, цена которого даже не достигает $20. Если вы берете набором, вы получаете еще большую скидку. Есть люди, которые говорят, я не могу пользоваться такой дешевой продукцией. Как я могу наносить на мое прекрасное лицо косметику, которая стоит меньше $20? Мне нужно что-нибудь, что стоит как минимум $200. Они даже представить себе такого не могут, так как всегда использовали продукцию за $300-$700. Одна женщина пользовалась нашим продуктом, но наносила его не на лицо, а на нижнюю часть тела. И поняла, что кожа в той части тела стала лучше, чем на лице, где она использовала самую дорогую косметику. Не поймите меня неправильно, она сама рассказала мне, что произошло. В итоге, когда она стала наносить наш продукт на лицо, она была в восторге от результата. Не так давно мы также увеличили объем крема для кожи вокруг глаз. Если вы сравните тюбики до и после, они будут выглядеть одинаково, потому что мы увеличили углубление внутри и добавили туда больше крема. Этот крем предназначен для кожи вокруг глаз. Но некоторые люди наносят его и на лицо, и на шею, и даже по всему телу. И я захотел дать нашим покупателям как можно больше этого крема. В некоторых зажиточных регионах Кореи женщины называют данный продукт косметикой на все случаи жизни, потому что его можно применять практически везде. Эти женщины покупают от 4 до 10 упаковок и наносят его по всему телу. Косметику нужно наносить в большом количестве. Дорогая косметика, несомненно, хороша, так как содержит питательные ингредиенты. Но проблема в том, что из-за очень высокой цены некоторые наносят небольшое количество этого крема на кожу вокруг глаз. Вне зависимости, насколько хорош продукт, вы не увидите должного эффекта, пока не будете наносить достаточное количество крема. Тесты, проведенные в лаборатории, показали, что пока вы не используете достаточное количество крема, независимо от качества, вы не увидите должного результата. И поскольку наш продукт хорош, и вы можете использовать его практически везде, увидите ли вы результат? Конечно, увидите. Atomy распространяет такую качественную и доступную косметику, и вам решать, пользоваться ей или нет. Или же вы предпочтете
другой продукт, если ваша гордость не позволяет вам использовать дешевую продукцию. Это решение зависит только от вас. Вся продукция, которую мы распространяем в Атоме, может быть куплена в магазинах со скидкой, универмагах, через рекламу на ТВ, в интернет-магазинах и на других порталах, которые вы часто используете. Если вы считаете, что наша продукция стоит дороже, то не используйте ее. Не пользуйтесь этими продуктами, если они не соответствуют по качеству. Более того, в данном случае не предлагайте их другим, но если вы считаете, что наша продукция лучше и дешевле, чем то, что вы используете, то вам следует заняться этим бизнесом. Только те, кто думает именно так, должны заниматься этим делом, потому что людям с таким настроем будет легко в этом бизнесе. Вы не будете обременены тяжелым грузом вины. Иногда люди, которые занимались сетевым маркетингом ранее, говорят, что это тяжело, так как их сознание обременено чувством вины. Пытаться навязать другим людям продукцию, которой они сами не пользуются, чтобы заработать как можно больше денег, это непростая задача. Но если вы посоветуете продукт, который может помочь кому-то, то такое занятие становится очень приятным. И с каждым разом его становится легче выполнять. Так как это действительно хорошие и доступные продукты, люди будут их с радостью использовать. Что еще более интересно, люди будут перезакупать продукцию, и это само по себе станет приятным сюрпризом. Вы когда-нибудь видели, чтобы в сетевом маркетинге люди перезакупали продукцию? Если такое станет возможным, значит, вы на правильном пути, не так ли? Исходя из этого, вам следует заниматься этим бизнесом, если вы действительно считаете, что продукт качественный и доступный. Некоторым из вас этот бизнес может показаться трудным, но это только потому, что вы еще не совсем знакомы с ним. Есть очень простой способ привыкнуть к этому. Вам просто нужно попробовать. Вместо того, чтобы спрашивать, что вы должны делать, просто берите и делайте. Понимание придет к вам само от опыта и желания действовать. Если вы должным образом будете рассказывать остальным о продукции, с каждым разом вы будете становиться все более уверенными. Вначале вы будете подглядывать в записи. Но когда вам будут задавать вопросы, и вы не сможете на них ответить, вы будете эти вопросы изучать и сразу же запомните. Поэтому вы должны просто стараться изо всех сил, рассказывая людям о данном продукте. Говорят, что в этом мире никому нельзя верить. Однако, если бы это действительно было правдой, никто и никогда не смог бы добиться успеха. На свете много людей, которые даже в себя не верят. Вы не должны говорить: «Я не знаю, хороший ли это продукт». Потому что вы, как минимум, экспертный покупатель. Вы можете оценить лучше или хуже данный продукт, чем то, что вы используете, правильно? Можете сравнить, какой продукт дороже, а какой дешевле? Вы должны говорить с уверенностью. Как правило, большинство людей, услышав о чем-то новом, не сразу верят тому, что им говорят. Так что пока вы не скажете им это как минимум 10 раз, можете считать, что вы им ничего не говорили. Перед тем, как с кем-нибудь говорить, будьте морально готовы к тому, что вам придется повторить это как минимум 10 раз. Вы сказали: «Очень хороший продукт, попробуйте». Но видите, что нет никакой реакции, значит, придется сказать еще 9 раз. Вы должны подумать про себя. Сказали еще раз, снова нет реакции, осталось еще 8 раз повторить. Когда вы сказали им это 10 раз, вы можете быть уверены, что они вас услышали один раз. Все мы думаем одинаково, мы и сами точно так же реагируем. Представьте, к вам пришел человек с каким-то косметическим продуктом в руках и говорит: «Очень хорошая косметика, купите». И что, вы сразу кинетесь покупать и пользоваться? Или вы скажете: «Ну, я подумаю», и начнете искать информацию в интернете, послушайте, что скажут другие, прежде чем решиться? Вы не то чтобы не заинтересованы, вы просто сомневаетесь. Поэтому вы пытаетесь как можно больше узнать о продукте, прежде чем сделать выбор. Но если вы перестанете говорить об этом, эти люди пойдут и купят такой же товар у другого. Вы должны быть открыты разумом и сильны духом, вместо того, чтобы стесняться всех и вся. Вы должны быть более уверены, потому что ничего не решится само собой, пока вы будете сжиматься от страха. Глубоко вдохните. Посмотрите вперед с высоко поднятой головой и с уверенностью скажите себе: «Я могу это сделать». У вас всех есть шанс побольше узнать об Атоме. Вы можете начать бизнес с Атоме, не имея абсолютно ничего. Даже наши участники, которые сейчас входят в клуб «Роял Лидеров», начинали бизнес, не имея никакого капитала. В то время все.
включая меня, были бедными. Я был как нищий король. В Атоми вы можете начать бизнес, не имея капитала. Вы можете начать абсолютно без ничего. Ведь это товары, которые вы покупаете каждый день. Даже когда вы финансово нестабильны, вы все равно покупаете зубную пасту. Не так ли? Если вы возьмете с собой несколько зубных паст и обойдете 10-20 семей, предлагая им попробовать, у вас тут же раскупят эти зубные пасты до того, как закончится ваш тюбик. Они подумают, мне надо помочь этому бедняге, и купят хотя бы один тюбик у вас, правильно? Конечно, купят. Но есть люди, которые не делают абсолютно ничего, даже если остаются бедными из-за своей гордости. Так ведут себя глупые люди. Вы должны забыть о своей гордости, если вы действительно хотите быть горды собой. Вы должны отказаться от своего эго и начать с самых низов, раздавать образцы зубной пасты окружающим, предлагать косметику, нанося ее на руку вашего соседа. И когда вы добьетесь успеха в этом деле, вы сами начнете помогать другим людям, переживающим трудные времена. Вот тогда вы можете по-настоящему гордиться собой. Таким образом, вы можете заниматься этим бизнесом с деньгами или без, потому что для бизнеса в Атоми это не имеет никакого значения. Повторяю, бизнес Атоми не требует наличия капитала. Вам также не требуются никакие экспертные знания. Вы думаете, образование играет роль? Верно, то, как вы учились, также не имеет значения. Для тех, кто не смог хорошо выучиться и добиться успеха, теперь настало время сиять. Когда я рос, те, кто учился хорошо, жили достойной жизнью, становились докторами и тому подобное, и имели по два и более домов. И что теперь? Что будет, если вы станете доктором сейчас? Даже если вы учились хорошо, это не гарантирует вам финансовую стабильность. Это означает, что времена изменились. И вы больше не можете полагаться только на образование. Вы должны быть объединены в профессиональную сеть. В бизнесе Атоми человек, который был умнее вас в школе, может быть вашим равным партнером. Вам не обязательно быть хорошим оратором, так как вы можете найти такого партнера. Вам даже не обязательно говорить на английском и китайском языках. Потому что у вас в структуре могут появиться партнеры за границей, которые занимаются международным бизнесом. Участники клуба «Роял Лидеров» не владели английским языком. Не ездили в США и Канаду расширять свои структуры. Даже если вам что-то не под силу, найдется человек в вашей структуре, который сможет расширить ваш бизнес. Вы должны это понимать. Если вы можете это представить, то вы на верном пути. Вы должны видеть не только то, что перед вами сейчас. Вы должны предвидеть свое будущее. Вы должны сконцентрироваться. Если, слушая сейчас эту лекцию, у вас возникает мысль: «Я стану богатым, продавая другим эти качественные и доступные товары», если перед вами встала картина вашей успешной жизни, значит, вы очень умный человек. Вне зависимости от того, как хорошо вы учились в школе. Даже будь вы лучшим учеником в классе, если вы не можете увидеть полноты картины и будете только думать, это невозможно или ничего не получится, вы никогда не будете на одном уровне с тем, кто видит все возможности в полной мере. Возможно, раньше вам говорили, что вы умны только потому, что вы хорошо учились и успешно сдавали все тесты. Однако в наши дни дела обстоят по-другому. Люди все больше говорят о воображении и креативности, не так ли? В настоящее время воображение и креативность играют ключевую роль. Вы должны представить вашу структуру, развивающуюся по всему миру. Вас должно переполнять чувство восхищения, и ваши шаги должны быть твердыми и уверенными. Если вы это чувствуете, значит, вы действительно очень умны, потому что существует много разновидностей интеллектуального потенциала. Однако, если все, что вы можете, это копировать информацию, вы могли бы считаться умным только во времена, когда я посещал школу. Потому что сейчас говорят, что ваши оценки в школе не являются гарантом успешной жизни. Почему бы тем из вас, кто обладает настоящим талантом,
Не заняться бизнесом, который будет приносить вам 50 тысяч долларов в месяц, чем искать работу, которая будет приносить от 5 до 7 тысяч в месяц. Если вы думаете, что у вас нет каких-либо особых навыков или талантов, вам без сомнения нужно попробовать заняться бизнесом в Атоме. Если у вас нет даже уверенности попробовать сотрудничать с Атоме, чем вы еще будете заниматься? Пожалуйста, скажите мне. Что еще вы можете сделать, чтобы достичь успеха? Каждый человек хочет стать успешным, потому что успех не заканчивается на вас. Если вы станете успешным, ваша жена или муж, ваши дети, родители смогут жить в достатке. Ваше благосостояние распространяется на всю вашу семью. Если ваши родные испытывают трудности в жизни, часть вины лежит на вас. Вы в ответе за это. Если бы вы достигли успеха, вся ваша семья жила бы в достатке. Поэтому вам необходимо стать успешным. Вы должны набраться смелости и нацелиться на то, чтобы добиться успеха. Бизнес в Атоме — это не просто мелкий бизнес, так как вы можете получать от 50 тысяч долларов в месяц. Многие уже зарабатывают данную сумму. И таких людей становится больше с каждым днем. А посему вы должны бросить себе вызов. Я тоже буду зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц. Однако многие люди преследуют лишь мелкие цели. Они думают, было бы хорошо получать 2000 долларов в месяц. А потом пасуют даже перед незначительными трудностями, говоря себе, какой во всем этом смысл? Такое возможно при стремлении заработать 2000 долларов в месяц, но что если бы сумма достигала 50 тысяч? Вы бы отказались от шанса зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц? Конечно, нет. Вы бы продолжали преодолевать любые трудности ради таких денег. Если у вас есть четкая цель, то вне зависимости от любых препятствий на вашем пути, вы найдете в себе силы их преодолеть. Поэтому ваши цели должны быть большими. Например, деревья бывают разные, правильно? Некоторые не вырастают до больших размеров, тогда как другие, к примеру, дзелькво, очень высоки. Также и в бизнесе Атоме начало может быть трудным и постепенным. Но иметь все предпосылки превратиться в крупный бизнес по аналогии с дзельквой. Поэтому, если вы решите заняться бизнесом Атоме, вам нужно быть решительным и верить в себя. Я буду зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц и буду добр к остальным людям. Я хочу, чтобы мои дети гордились мной. Я стану таким человеком, который сможет дать своим внукам все, что они захотят. Именно такой настрой вам нужен для достижения успеха в этом бизнесе. На данной ноте я, пожалуй, закончу свою лекцию. Благодарю за ваше внимание.